Ого, тут все горит уже. Блин, это классно. Сейчас будет просто все в огне. Я не дам им тушить. Пусть все сгорает. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ампер, Радекс, Чебузаврик, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем здорово. Всем привет. Сегодня мы играем Гаррис Мод, самая крутая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы будем начинать. Я сегодня буду играть роль злого аниматроника и буду пытаться пацанов очень сильно мочить, поэтому не забываем ставить лайк, подписываться и написать крутой комментарий. И самые классные комментарии, как всегда, попадают у нас в начале ролика. Ну что, пацаны, вы готовы? Конечно. Для начала я буду очень лайтовенько играть, для того, чтобы вам было интересно. Так, отлично. Радекс, Ростишка, чё же ваши места возле двери? Не успели. Чё ж вы, пацаны, двери с этой стороны не закрыли? Хорошо, мне нравится. Ребята, как всегда, у нас очень много сегодня веселья будет и угара. Теперь вы можете видеть мое лицо, которое ржет без причины. Например, как сейчас, да? Так. Опять дверь у вас открыта. Стоим злым и мочим всех. А, пацаны разбежались, но ничего, это вас не спасет. Опа, Дим, а ты меня не убьешь. Это... Ты думал, что тебя не убьет, тебя все убьют. И я в том числе. А я... Дим, ты меня пропустил, я стоял в офисе. Да? Ну ничего, я тебя убью потом два раза. Давай. Так, отлично. Молодец. Фокси сегодня очень злой, очень. Ты смотри, кстати, эта дверь тоже дамажит. Не открывай. Ладно, я это за тот раз тебя убил, хотя я не должен был убивать, но знаете, хочется немножко пацанов помочить. Так, давайте возьмем еще кого-то интересного. Фредди. Сегодня буду брать такие паки, которые реально болтают и очень круто доработаны, потому что сегодня я зашел в Гаррис Мод и их обновили. А когда обновляют аниматроников, чё бы с ними не позаписывать. Кстати, эту карту тоже обновили, она уже весит 500 мегабайт, поэтому мы на ней запишем полноценный гейммод, так как на этой карте можно гейммод использовать. 5 ночей с пони. Правильно, пацаны, любите с пони? Да. Так, ну что, смотрите, я сегодня их прям вообще нагибаю очень легко. Я не знаю почему, но как-то вас, пацаны, легко мочить. О, марионетка. Так, нет, Радекс, вот заходи! Такие звуки можем издавать. Так. Не надо, не закрывай дверь, я сам. Ну вот я вижу! Е-мое, нельзя сюда выходить! Кто будет выходить, я буду сразу сильно наказывать, потому что я убийца! Ой, блин, по привычке! Это просто я проверил, да, она убивает через Стой. Стены. Дим, правда, ты меня два раза убил, хоть тогда и все, не убил. Все, не переживай, я свое слово сдерживаю. А что это за босс ратуш? Босс ратуш! А что он такой маленький? Он даже таким не был! Ребята, вы помните, это был всегда большой аниматроник? Чего он такой маленький стал? Да. Эй, ты чё такой маленький? Ой, блин, надо было сразу забегать. А ну есть другой режим? А, он телепортируется. Маленький обостратыш телепортирующийся. А, я знаю, как... Это знаете кто? Это... Чили-пиздри. Ого, он громко убивает. Аж по ушам дало жестко вообще. А почему? Я что, один смотрю на камеры? Я не знаю почему. У вас есть реально камера, у вас все есть. Почему вы? Да. Ой, еще. Блин, их переделали, они теперь такие прикольные. Мне нравится. Давай, Росишка, я тебе буду говорить, когда закрывать. О, что он такие звуки издает? Так, кстати, она не такая уже быстрая, как хотелось бы. Ну есть! Блин, пацаны, ну чего вы? Чего вы сегодня такие? Слабенькие очень. Давай. Опять дверь открыта. Да вы что, у вас бесконечная энергия. Вы же можете закрывать двери бесконечно. Ростишка, Ростишка, следи за камерами, я тут буду. Вот кого мы давно не брали. Блин, классно. Мы эти давно аниматроников не брали, потому что их просто не было в воркшопе. Теперь их добавили. О, вы теперь будете слепить, они смогут типа заходить, если будете слепить меня. Все, я выключился. Открывайте дверь, не бойтесь. Открыли. Блин, да я не мог убить. Я хотел, ладно? О! Так, она прикольные звуки издает.
Кстати, мне нравится, когда она в тени. Смотрите, как она вот черная. Просто круто сделана. Че, где она? Она вот тут еще? Под дверью, под дверью. А, вы видите меня в зеркале, да? Да. А, блин, я же забыл, что здесь зеркало есть. Реально круто сделано. Но карту как-то обновили. Прям очень классно смотрится. А здесь есть улица или нет? Вы не видели? Растишка, я слежу так, за так, дверью так. Правой. Давайте сейчас пройдемся, вам покажу, иди, ребята, Растишка. Что здесь вообще есть. Блин, я так давно на этой карте не играл. А я проверю камеру. Так. И там все легко. Так. И закрыто. Сюда. Скорей! Есть, вы не успели. Не успел. Блин, они как будто бы долго закрываются. Да, реально, долго закрываются, да? Да, они как будто бы долго закрываются. А ну нажмите кнопку закрывать, я хочу посмотреть, как она закрывается. Вот смотри, сейчас. То сразу закрывается. Вот смотри, да нет, то вы просто медленные сами. Так, а сегодня буду, ребята, если... прям брать разных аниматроников. Давайте, не трогайте двери, давайте потрогаем. О, под этот подходняк какой подходит песенка, а ну-ка. Я иду на работу в пиццерию. Короче, ребята, не нанимайте нас песни петь, ну, знаете, один в лес, друг по дрова. Такое себе, певцы от бога. Он звуки не издает никакие. Ты что там сидишь? Уходи. О, я ж могу лазить. Прикольно. Не слышно шаги. Ну это я лажу, когда, знаете, как звук вентиляции такой идет. Так. Эй, молодец. А я по камеру смотрю. Молодцы. Хорошо по камеру. А какие там камеры у вас есть? Не знаю, но у нас стоит на центральном этом самом. О. Когда ты, короче, убегаешь, тебя видно. О. А это когда аниматроник такой звук сдает, это у них получается динамики, да, встроенные? Ну да. Откуда да. У этого? Где у этого динамик? В одном месте? Скорее что всего, ли? Где рот. А, понял. Не хотите, да, открывать? Хорошо. Нет. Молодец. Ты попытался нас заскамить, да, Дим? Ну я хочу как-то вас обмануть. Надеюсь, у меня сейчас получится это сделать. Так, что нам еще взять? Давайте возьмем. Во, это прям, знаете, злостные, очень злые аниматроники. Так, что они звуки одинаковые издаются, а? Ну, молодец, красавелла, брателла. Молодучка. Эй, черепиздрик не успел. А где еще один? Так, надеюсь, вы там не повыходили еще, да? А, повыходили. Ну, быстрее. Есть. Блин, мне так нравится играть за аниматроника, такое чувствую мощь какую-то и власть. Так, вот такая голова у нас есть. Так, а что за голова может? О! Кто не издает? О, нашел камеру. Невидимый? Ага, я думал, я под землю могу проваливаться. Во! Так, а почему? Переключи! Обратно! Так, стопэ, вставай, мужик. Ой, убил? В выключенном режиме? Да ладно. Так, отлично, отличненько. Все, я вам теперь ничего не буду говорить, буду просто красиво вас мочить бесконечно. А как ты? Да хорошо. В левой стороне. Ага, его можно ослепить. Че ты бьешь стекла? Мы ж на прокат взяли эту карту, нельзя мочить стекла. По правой стороне идет. Вы хорошо, да, играете втроем, я так понял? На левой стороне. Эй, тут кто-то ходил, я видел. Нельзя ходить. Вы че не открывали? Почему? Радекс на левой двери, Растишка на правой, я за камерами слежу, чтобы... Так, давайте возьмем все-таки с этого пака, мне кажется, они очень круто разговаривают. Там той Бонни стоит. Во. Вижу. Радекс. Тебе норм? Да. Ну ладно. А где он? Вышел. Он спрятался. Я иду искать. Я его найду, ребятушки. Чтоб я не нашел. Так, в туалетах нету. Он спрятался. В женских туалетах нету. Здесь его... Ой, нашел. Есть. Я что, под вами? О, блин, ребята, я буду знать, что я прям под офисом нахожусь.
Это очень круто. Я убегу, Дим. Да классно. Честно. А, я не дам сбежать. Аниматроник не будет. Да. Бежал? А я спрятался. Где? А нигде я не скажу. Но я на этаже, где этот офис наш. А, я тебя найду. Я же говорю, я найду тебя. Я что, молодец? Что, обосрался, что ли? Ой, прикольный звук, слушайте. О, здорово. И в конце, знаете, такой звук, как будто электричество такое, вот, знаете, офигенно сделано. Найдите меня, я в офисе. А как реально туда залез? О, я забыл, что можно летать за этого аниматроника. Ну чё, где ты, подлец? Ты в офисе? Ой, ты на этаже там или нет? О. А, понимаю, Радекс. Радекс, я тебя тоже понимаю. С помощью читов, да? Нет. А мне как? Просто страшно стало, я... Так как Дима может летать, я лучше спрячусь под стол. Так. Ты не под столом, ты в столе. А где Растишка? О, пацаны, хотите, сюрприз вам сделаю? Успел. Я, блин, под низу теперь могу вас убивать. Блин, это классно. Раньше не знал, что можно так делать. Так, давайте теперь каких-то вообще жестких аниматроников возьмем. Дима, так, это на расстоянии уже он не убивает. Этим я должен прям прицеливаться. Так, сейчас я их обману. Так, как же их обмануть? Не откройте! Он невидимый стал на... А как ты узнал? А потому что по камерам увидели то, что не видел. Ай, там. Блин, я же забыл, что здесь камеры вонючие. Я не могу, блин, и удалить не могу эту вонючую камеру. Ну ладно. Так. Дим, да? Не убивай через стены. Так, не, честно. Я не буду. Ты сам иди через 0-0 одну секунду. Убивай. Так у вас две двери закрыты, как мне вас убить? А, не, открыта одна, побежали. Ай, блин, я думал, они все-таки эту дверь откроют, но не хотят. Так. Нет, ребята, чтобы я не обманул, да я сейчас обману их, смотрите. Сейчас. Не веришь? Нет, мы по камерам смотрим. А, блин, смотрите, надо было ногу подставить. Хорошо. Буду бегать бесконечно, пока не убью вас. Буду бегать бесконечно. Так, блин, я думал, все-таки обману, знаете, смогу зайти и замочить их, но не получается. Хорошие охранники, пацаны, вы молодцы. А нет. Ты чё? Открывай калитку. Я рад, кстати, это сделал. Ой, кто-то смотри, а? Да я. Так, слева. Ого, ты чё тут поджигаешь пиццерию? Я за поджигание пиццы, знаете, что вам сделаю? О, она ещё разгорается. Эй, пиццерия, не гори! Ах, вы подожгли мою пиццерию любимую. Подожди, кто там прыскает мочой? Это... Этим огнетушителем. Блин, я надеюсь, ребята, вы смотрите наши ролики, они вам поднимают реально настроение, потому что все пишут, что ролики поднимают очень классное настроение. Надеюсь, так оно и есть. Да, так и есть. Ты опять тут ссышь, хорош ссать, а? А подожгли, еще и обоссали, хорош. Так, успели. Смотрите, я их не могу убить. Я же говорю, Дима, охранники. Ой, поджигается. Что жесть. Вы сами себе только беду сделали. Ладно, туши, я разрешаю. Можешь пока затушить все. У нас очень, ребята, есть классный мод на огонь, который распространяется по карте. И еще есть огнетушитель, которым реально можно это все потушить. Вот это пламя, да, прям сильно. Если вы не потушили, мне кажется, в конце ролика обгорела вся пиццерия. Тут еще потолок горит. Туши потолок. Во-во-во-во-во, хорошо прям туши. Все, теперь можно тебя убивать. Да блин, все, я сейчас, короче, так делаю, что вас по-любому обману. Так. Радекс, а вот это огнетушитель, да? Да. Дима, можно тебя огнетушителем? Ну, а ничего не получится. Дима, пацаны, давай я тебе огнетушитель. Я рискуюсь. Во. Я взял очень быстрого. Очень быстро взял аниматроник, которым я должен убить. Дверь, смотрите, лево. Лево. Да как же мне. Как же мне попасть в офис? Не надо, Радекс, нет, не надо. Я тебе запрещаю. Не надо. Нет.
Дима, тебе там подарок на Новый год принес. Мы убили своего. Красиво он разлегся. Давай вставай, хорош спать. Не-не-не, вы опять подожгли пиццерию. Все, теперь вам не дам тушить. Будет все сгореть вместе с вами. Я-то железный. Мне уже гореть не мочему. Поэтому будет сгорит все вместе с вами. Дверь открой. Ой-ой-ой, ну жизнь не тратится, но реально медленно. Эй, у меня задница загорелась. Реально жопа... А, не, нога. Похоже, что жопа горела. Открывайте. Нет. Я не пойду в дверь. Чего, ты боишься? Есть! Ах ты, зараза, а! Ты обманул меня! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ого, тут все горит уже! Блин, это классно, сейчас будет просто все в огне. Я не дам им тушить. Пусть все сгорает. Ой-ой-ой-ой-ой, как сильно! А че карта-то как-то распространяет огонь? А че карта так не горит? Может, она просто из-за того, что вся из дерева? Так, ребятушки, ждем, чтоб все загорелось. Нет, я не дам. Я не дам никому тушить пиццерию. Все горит. Сейчас, ребята, огонь распространится. На тебе, на! Я псих. Ого, пламя, сколько все горит. Блин, ну жопа реально загорелась. И ляжки горят. А мы тушим, Дим. Я не дам вам тушить. Говорю, нельзя тушить. Все горит. Почему? Уже до этого, смотрите, даже дверь загорелась. Радекс, у нас пожар в офисе. Нет, я вам не дам тушить. Нельзя, нельзя, нельзя. А, блин, я хотел зайти вас еще раз убить. Закройте двери, сейчас будем тушить изнутри офиса. Вот это жесть. У нас крыша горит. Да? У нас тут все в офисе горит. Ну все, пацаны, вы сами себя подожгли. Радик, зачем? А, молодец, молодец. Зачем? Обоссали всю пиццерию. Так, мне нравится сегодня какая у нас битва. Ну что, пацаны? А что он как-то затухает, что ли? Не, вот уже столы начали гореть. Диваны горят. Все горит. Пацаны, закрывайте, если что. Мне сейчас напал... О, я сейчас знаете, что сделаю? Я сейчас еще им кину напалмовую бомбу, которая все подпалит здесь. Вы хотите? Дима, мы тушим все. Ой, красавчик. О, ребята, вот напалмовая бомба. Стоп, Радость, прилепи на меня, и я к Диме пойду. Ой-ой-ой. А нет, это была не напалмовая бомба. Ого, меня выкинуло за карту. Налепи, налепи, налепи. Все, я пошел к Диме. Я к Диме. Давай, взрывай. Вот, вот, дядя. Нет, это так не работает. Не, за что? Вот, напалмовая бомба. Не работает, Дим. Дим, я... Сейчас, она загорится, смотрите. Так, раз у меня жизнь не тратится, значит, оно должно и загореться. Давайте еще, кинем. Радекс наколебал. Вот, напалмовая бомба. Вот. Есть, все горит, смотрите. Вот это пламя. Еще, У нас офис горит. Еще напалмовые бомбы! Воу! Дима, хватит! Все, все сгорело! Че, пацаны, вы сегодня проиграли? Ну реально, я всех замочил! Нет! Как это нет? А, нет? Хорошо, давайте еще такую бомбу! Это бомба с эффектом красивым таким! Так, а что она не поджигается? Бомба! О, во! Я-то выживу, у меня жизни много, а вы не выживете! А что происходит? Ого, у меня жизни тратится. Меня чебузаврик убил. Вот это жесть просто. Сейчас еще будет взрыв. А нет, еще. Ох, у меня жизни потратились. Радекс. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Всем пока. Мы ж напарники. Давай, иди до Фокси, ударь его. Сейчас Фокси.
Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Чебузаврик, Куёко, Васаби. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет, сегодня я вас буду убивать. Сегодня мы играем классную рубрику «Аниматроники пугают охранника». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Мы слушаем, а потом нюхаем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может с нами зайти и записать. И не забываем писать классные комментарии, потому что самые классные и веселые комментарии попадают в начале ролика. Где аниматроники? Чё, камеры глючит? Вообще не работают. Так, тогда надо смотреть за левой стороной, чтобы Фокси не побежал. Да. Давай буду с левой стороны. Бежит! Я успел. Ребята, я как, знаете, как чувствовал, что сейчас прибежит Фокси. Ха-ха-ха. Не получилось у Фокси нас убить. Не открывай. Ой-ой-ой, Чика. Теперь открывай. 5 секунд надо, даже 6 ждать, потому что здесь очень классно сделан такой сценарий, что надо не спешить. А если вы поспешите, то людей насмешите. Да, или просто сольетесь. Теперь я Фокси ловлю. Давай, а я буду с правой стороны чекать. Так, никого нету. Только дверью не убей, пожалуйста. Один сзади там. А! Ой. Я успел. Блин, ребята, это было прям, знаете, на соплях. Так, ну что, Фредди, ждем. Главное не спешить открывать двери, ребята, это очень важно. Постоянно надо быть начеку. И вы же помните, что здесь сзади тоже может прийти какой-то челик нас убить? Я уже не помню кто. Фредди какой-то вроде, да, приходит? Да, фиолетовый. А, да, фиолетовый челик. Ой, фиолетовый Фредди. У меня все челики или челипиздрики. Еще стоит. Посмотри, надо, короче, вызвать инженеров. У нас, короче, глюк в камерах. А может это специально аниматроники поломали? Может такое быть? Нет. Я не знаю, можно по сюжетке вообще-то где, чтобы камеры не работали? Так, 5 секунд вроде прошло. Да-да-да, открывай. Всё, открываю. Блин, это, знаете, иногда раз, когда открываете дверь после аниматроника, немножко есть небольшой страх, что они придут, да, нас вот и замочат. Да-да-да. Внимательно чекайте Фокси. Вы же знаете, что Фокси еще тот лепиздрик, который может прийти и убить. И он очень быстро, кстати, бежит. Бонни сейчас рядом, если он телепортируется прямо в дверь, меня убьет. Шкатулку тоже. А, шкатулка еще не, этот, маринетка не влазит. Если что, надо чекать и тоже восклицательный знак, если загорится, заводить шкатулку. О, стоит Бонька, видите? Стоит. Ой, кстати, очень справа. Опасно. Очень если опасно стоит, да. То... Бежит, закрывай! Видишь? Ну как ты смотришь? Ну, в принципе, это я смотрел, но я успел. Это было, ребята, на соплях. Отлично! Ух! Вот это я успел. Я уже прям, знаете, на большей середины пути закрыл. А Бонька еще что? Бонька стоит, но Бонька ничего не может так сделать. Надо ему ближе подойти. Опа, он телепортировался. Я видел. Сзади. А нет. Фух, ты меня не пугай сзади. Я вообще не люблю, ребята, когда аниматроники приходят со спины. Это реально стрёмно. И кто не поставит лайк, к тому аниматроник придет ночью. Обязательно лайкосик. Бонька. Кого? Бонька. Кого? Только в коридоре. Чекай Фокси, потому что Фокси, видишь, уже два раза прибежал. Это, наверное, где-то ночь шестая. Это кастомная ночь. Тут сложность лаврируется от уровня игроков. Видели такое когда-то? Я нет. Теперь увидите. Если телепортируется Бонька, я закричу. А, дверь! Представьте, это будет тот ролик, когда мы ни разу не сольемся. Да не надо, поздно. Ух, да я ж испугался. Он пропал, просто резко я моргнул, он исчез. Опа, Бонька стоит, но он так не убивает, насколько я знаю, надо прямо возле двери стоять. Ой, Фредди, привет. Фредди, да, там? Да. А кто меня убил? Может, меня дверью убило? А кто меня убил? Тебя Фокс убил. А как вы живые остались? А может... Прикол карты то, что если даже немножко закрыл дверь, то все, Фокси врезает. Я так дернулся, блин, у меня чуть очки не улетели. Это был бы прикол. Реально испугался сильно. Очень сильно испугался. Ты что, ты молодец? У тебя реакция отличнейшая. 12 из 10. Так, ну с этой стороны вообще, да, мало? Фокси стоит сыт опять. Хватит углы обсыкать. Эй, хватит! Дима, я бы не сказал, что это Фокси. Ой, Фредди, ну я специально, видишь, проверял. Знаешь ли ты? Знаешь. Перепутал, немножко перепутал. Кстати, вы знаете что? Я пойду, наверное, пройдусь и посмотрю, как там Фокси. Они же так не убьют меня, если я буду ходить. Опа, здесь невидимый аниматроник вроде бы стоит. Так, ребята, Фокси с опущенными руками, поэтому он к нам сейчас пока не бежит.
это обход. Знаете, как охранники каждый час обход делают? Проверяют, что здесь и как. Все очень тихо. Фредди на голова, все нормально. Так, а кто дверь закрыл? Не понял, двери закрываются. Ручка дернулась, и дверь закрылась. Понял. Автоматически, короче, закрываются двери, да? А ну еще раз. Смотрим. Очень странно. Опа, а вы умерли? Да. А я живой, ребята, я знал, что вы сольетесь, поэтому я ушел. Ночь продолжается. А чего вы не чекали его, мужики? А я справа стоял. Молодцы. А я слева. Ну ничего. Главное, чтобы один охранник остался жив. Кстати, у меня скример вылез, но при этом я остался живой. Это прикольно. Я как чувствовал пятая точка. Кто знает, кто такая пятая точка? Она у меня очень чувствительная. Она у меня всегда знает, когда надо выйти вовремя. Дверь закрыта. Беги, давай, с другой стороны. Да, я слежу, куёка. Ой, так. Что, там рядом было что-то, да? Да. Так, стоит Фредди, я буду говорить. Давайте проверим, умру я или нет, потому что все равно пацаны живые. О, я не умираю. В смысле? Да я не умираю, она меня не убивает. И пройти куёка. Могу. Смотрите. А если до Фредди подойдет? Тут два Фредди, да как это может быть? Это Фредди-близнец, что ли? Да как такое может быть? Серьезно, один сын, да? Один пуга. Сразу два исчезло. Так, еще дверь пока не открывайте. Все, можешь открывать. Все, отлично. Так, пойду я сейчас посмотрю, что там Фокси, и сразу к вам иду. Ой, чика. Так, у Фокси руки опущены, поэтому мы идем немножечко в офис. Угу. Подойди, Боня. Посмотрите, убьет он меня или нет? Да. Привет. Давай. Блин, я застрял, тут какая-то штука невидимая. Опа. Очень странно. Так, аниматроники давай. Загораждают мне путь, я теперь не вижу Фокси. Так, Фокси стоит, все хорошо. Да, Бонька привет. Ушел. Обиделся, наверное, что мы очень хорошо играем. А где он? Так, по факту я еще ни разу не умер. А, не умер. Один раз от Фокси. И, кстати, вы тоже один раз от Фокси умерли. Все, один-один, пацаны. Я сейчас погуляю. Давай. Давай, иди, иди. И скажи, если Фокси будет бежать, рука поднята, скажешь мне. Он поднял руку. Скажешь, когда будет бежать. Смотри, смотри за ним внимательно. Бежит, я вижу. Фу, хорошо ты предупредил, потому что можно вот так немножечко расслабиться и слиться. Так, ждем, пока он идет, и потом откроем двери. Он уже ушел. Еще секунду или две ждем и открываем. Так, молодец, что подсказал, красавчик. Вот такие я люблю прохождения, когда мы играем на высшем левеле. Да. Никого. Куёка, ты вообще хорошая, да, играешь в FNAF? Да. Ты играл оригинальный FNAF? Да. Прошел все ночи? Ну, не все, да. Ребята, напишите в комментариях прямо сейчас, кто играл в FNAF, какую часть, и прошли бы все ночи. Шестую обязательно напишите, проходили или нет. Потому что я скажу честно, я в оригинальном FNAF шестую ночь не смог пройти. Как бы я ни пытался, много-много раз не смог пройти, потому что кто я? Правильно. Неумеха. Это слово давно не употреблял. Так, смотри за Фокси, он там идет или нет? Не. Так, Фокси все спокойно. Да, камеры заглючили. Аниматроники сегодня постарались, сделали так, что камеры не работают. Пропал Бонька. Я видел, куда он делся? Я не знаю. А как-то вообще сегодня не так уж-то и сложно, как кажется. Я думал, будет пожестче. Куда Бонька пропал? Это только начало. Можно. Опа! Вот, пришел! Так, все, забирай свои слова назад, наверное, будет тяжело. Умный аниматроник. Так, а с этой стороны никого нет? Не. Так, он ушел, давайте еще подождем немножко времени. Потому что я знаю, что здесь есть такой прикольный... Побежал, Фокси! Фокси, дверь! Дверь! Я успел закрыть, Вот это как? Я его, получается, дверью прищемил. Кстати, дверь моментально не срабатывает. Это какое-то время, чтобы она сработала. Фух, я чуть букву Е не поломал на клавиатуре. Дырка в столе. Я так сильно жал. Ну, блин, получилось. Так, никого. Кстати, даже лапу не поднял. В чем прикол? Очень странно. Такое может быть? Да, он просто резко побежал. А, Фоксик-обманщик. Фоксик. Выйдет у меня Фоксик. Обманщики сегодня, аниматроники, обманывают нас жестко. Так, давайте все-таки будем смотреть с этой стороны. Потому что я чувствую, пахнет чем-то нехорошим. О, камера перелистнулась. Так быстро. Откуда? Откуда? Закрыл. Фу, молодец. Так, Бонька стоит.
опять палит на меня. Ну, крыса. Дима, ты видишь, там в конце коридора я на стуле сижу? А ну-ка, сейчас возьму камеру и зазумлю. А, вижу. Что там сегодня на в столовке у нас выдают? Да, опять, как обычно, одну гречку и сок. Нормально. Пирожки с картошечкой есть? Наверное. 5 секунд уже прошло. Прошло? Давай. Молодец, да. Куёка, ты вообще красавчик сегодня. Хорошо играешь. Знаешь, Дима, чика как камера. Бонька. Бонька? Да, слева двери. Ой, блин, я испугался его. У него глаза, смотрите, в темноте светятся. Фокси, руку поднял? Да. Я успею, я увижу, когда он бежит. Так, значит, где-то секунд 5 он будет идти. Отсчитываем 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Побежал. Стоит. Обманут, видите, есть тайминг, но в этот раз... Бежит. Смотрите, можно не спеша успеть закрыть двери? Ой, красавчик. Чё, я думал, с этой стороны уже кто-то пришел. Никого. Так, ждем пару секунд. Так, Бонька стоит. Не нападает. Отлично. О, камера включилась, только та, которая нам не надо. Давайте все-таки попробуем. Может, сейчас камеры заработают? Разглючила, короче, систему. Windows 95 очень подлагивает на новом компьютере. Никого? Никого. Здесь. Кого? Так, не буду стоять, потому что может аниматроник во мне прям застрять, и это будет очень печально для нас. Я знаю эти баги, которые могут произойти. Ой, пацаны, я уже своей монтировки испугался в руках. Это последняя стадия. И психические расстройства у меня от этого ФНАФа. Мне потом снятся эти аниматроники эти, трёмные. Поднял руку. Фокси какой-то сегодня мега активный. Мне кажется, это уже раз, наверное, пятый или шестой, да, он будет к нам переходить? О, чика справа. Так, ты успеешь закрыть двери, так, наблюдаем. Это тишина перед бурей. Я вижу, он бежит, я успеваю. Отлично. Здесь с этой стороны никого. Так, свет включен. О, переместился Бонька, уже безопасен. Где он? Он же в коридоре просто. Понял? Открываем. Далековато он. Пойдем ему под задник дам. Давай, поджопник ему. На. Ой, я, короче, приду к тебе, посмотрю, что ты там делаешь. Мужики, вы чего? О, подойди до Фокси, ударь. Че, застрял? Давай я тебя вытащу, стой. Мы ж напарники. Давай, иди до Фокси, ударь его. Я знал, что ты умрешь. Я знал, я просто специально тебя обманул. Фокси поднял руку. В Куёка, готовься закрывать дверь, я скажу когда. Хоть раз посмотрим, как он проходит через Боньку. Мне даже первый раз такое буду видеть. Как анимация сработает. Все, бежит, закрывай двери. Сквозь него прошел, да ладно. Так, с этой стороны. Этот вообще обиделся, стоит. Куёка, ты там один остался. Не, я иду к тебе, буду помогать тебе сливаться. Ой, выигрывать. Так, никого. Да, что это сейчас было? Я Боньку убил. А как он тебя убил? Ты подошел к нему? Нет, я просто стоял в уголку, но я как-то убил. Так, ребята, если сейчас через 2 минуты мы не сольемся, то значит мы затащили эту ночь. Ребята, это та серия, где мы очень классно тащим и, наверное, ни разу не слились. Потому что надо, чтобы умерели, мы все втроем умерли. Но мы по очереди умираем, это тоже неплохо. Пол минутки прошло уже. Да. Фокси бежит, я вижу. Нет. Фокси какой-то сегодня ненормальный. Батарея сильно у него заряжена, видно, от Nokia стоит. О, фиолетовый! Где? На этом стоит фиолетовый челик. Так. Где? Вы прям в этом, в зале. А, в зале? Хоть не пугай, блин, а. Так, открываем двери. Никого. Ну что, сейчас уже, наверное, минута прошла. И мы, в принципе, еще минуту проживем, и мы затащили. Зайд, Боня такой стоит, а Диму смотрит. Не-не-не, он ни о чем. Никого? Никого. Нет. Вообще хорошо играем, ребята. Сегодня вообще прям жир. Федя прям в камеру смотрит.
О, лапу поднял. Лапу поднял? Фокси? Да. Фокси сегодня какой-то неадекватный. О, давай, короче, ты Куёко закроешь, я буду тут стоять. Проверим, убьет он меня или нет. Эксперимент. Фредди, закрывай! Фух, слава богу. Побежал. А, закрывай дверь, закрывай. А я проверю, убьет он меня или нет. А! Блин, убил. Я думал, знаете, сквозь меня пройдет. Ну ладно, ладно, я ему поддался специально. Еще полминуты. Все, я с офиса не выхожу, чтобы по-честному было. А ты застрял там, что ли? Даже меня сейчас, наверное, убьют. Давай я тебе помогу. Фредди! Фредди! Блин, я застрял прям в жопе у него. Закрыл, закрыл. Блин, смотрите, они прям атакуют нас жестко. У него за спиной ножи. О, все, ушел. Открывай. Ты не сразу. Так. Вот это ты. Да ладно! Да ладно, да как? Нет, да ну ладно, мы втроем умерли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Пацаны, поджигай. Ой. Слышите, кто-то сзади ходит, а он сзади меня уже стоит. Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Чебузаврик, Секрет, Радекс, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, самая крутая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранников. Мы скачали новую карту FNAF 3, здесь есть кнопки, она вышла сегодня. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день, и кто хочет с нами записывать, заходите на наш Дискорд, ссылочка где, пацаны? В описании. Молодец. Так, идет. Сейчас, когда только подойдет, я закрою. А, дверь, кнопка не зарядилась. Я забыл. Или в шкаф можно, точно. Или в шкаф. А! Зараза, хорошо. Я забыл, что можно в шкаф друг на друга на голову садиться. Но ничего, пацаны. Все сейчас только начинается. Я понимаю, что сегодня аниматроники у нас шутки не любят. Так, идет. Очень классные шаги у них сделаны. Сейчас только подойдет и закрою дверь. Все, весь дверь закрылась. Блин, честно, немножко аж испугался, что сейчас опять мы сольемся. Но этого мне не хочется, чтобы мы слились. Ищи, лезет. О, молодец. Ай! Мне нравится эта карта, что кнопку просто так ты не понажимаешь. Надо нажимать только, когда подходит аниматроник. Это очень круто сделано. Респект разработчику, кто эту карту сделал. Вообще люблю очень классно FNAF 3. И все, кто хочет, чтобы следующий ролик мы записали по FNAF кооп прохождение, плюсик в чате. Или мы хотим. Если будет около 100 таких комментариев, то мы обязательно сразу пойдем записывать FNAF кооп 3. Потому что третью часть мы прошли только 2 ночи. Там сейчас третья ночь, она будет очень жестко, но мы это сделаем. Ради подписчиков я готов на все. Идет. Стоит. Бей ее через окно. Ой. Открываем двери. Я в шкаф. Мне интересно, если мы кнопку нажимать не будем, откроется дверь сама или нет? О, дверь открыла! Я понял. Молодец. Моя школа. Мочить без остановки. Классно. Ай, молодец. Эту решетку закрывай. Так, если тяжело, шкаф сразу открыть. Давай потренируемся. А ну заходи. Заходи ко мне и закрывай двери. Все, мы натренировались, а теперь я вижу жопу Спайдермена. Так, я стою возле двери. Надо быть внимательным, потому что реально двери очень круто реализованы. У него озвучку изменили, что ли? Ой, два Бонни. Так, я вижу, я успею закрыть. Так, ждем. Он не... А, кстати, он не...
Эй, ты как читеришь? Ты как стоя прошел вентиляцию? Это как ты это сделал? Научишь? Так я вроде бы же закрывал. Нет, это даже не он напугал. А, понял. Ты что, я так буду дергаться, я сейчас на стуле уеду в другую комнату. Так, шкаф два сразу держать открытый, чтобы мы, если что, успели в него залезть. О, идет кошмарная Чика. И двери сели. Давай в шкаф, быстрей. Шкаф, шкаф, шкаф. Ой. Так, закрывай. Закрывай, все, сиди в шкафу. Шкаф, когда они уйдут, мы сразу выйдем. Так, сидим. Классно, хоть одно есть место в FNAF 3, где можно реально зашкериться от них. Я слышу, он ходит. Вот он тут пробежал, эта палка. Так, 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 внимательно. Шел? Шел. Я знаю это, балунбой страшный. Кошмарный балунбой, да. Да, да, да. Так, дверь зарядилась у нас. Я так понял, секунд 5-10. Да откуда он был? Блин, очень атмосферная карта. Классно сделана. Так, дверь открылась. Если что, я успею. Там марионетка. Надо приблизительно высчитать время, когда ее можно закрывать. Так, идет Чика. Открываем, закрываем. А, все, ты не успел, прощай. Пока. Идет, 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 идет. Прошла мимо. Да как ты убил и меня через шкаф? Вот, все, ну, зарядилась думаю, дверь. А тут есть какие-то индикаторы по зарядке двери или нет? Не знаю. Вот подожди, я нажимаю здесь, загораются лампочки. Что это означает? Это камеры, где включаются? А, это ты, короче, тут, короче, одна камера сломана, видишь? Эта карта только вышла. Скорее всего, ее починят, и будет все четко работать. Пока. Ну ты зачем это сделал? Ты закрыл дверь за собой. Не надо было этого делать. Спасибо, у меня хороший... У меня сегодня классные охранники, которые делают по красоте. Ах ты предатель. А, это тебе за меня. Молодец, что ты его убил. Так, 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 смотри внимательно. Идет. Сейчас дверь откроется. О, кто-то шкарябает. Это Фокси, наверное. Все, все, а, все. А, ты не влазишь. Ха-ха, быстрее закрывай двери. Закрывай. А, все, мы закрыты. Есть, есть, есть. Блин, такие звуки классные аниматроники издают. Слышите, как будто что-то шкарябает такое. Ушел? Да. Есть, есть, есть. Я в шкафу, я в шкафу. Прикольно, он ногу тащит прям, видите? Блин, этого аниматроника не помню. Неужели это доделали новые пилпаки? Я его в кабинете закрыл. Ушел? Он тут? Ай, зараза! Я успел, я успел. У нас небольшой отдых. Передыхаем. Сейчас немножко вам покажу, ребята, эту пиццерию, насколько она крутая. О, нажми там кнопки, откроется вентиляция тут или фантомный нет? Фантомный Фрейджер. Они сейчас обе закрыты. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы видели, он сзади, он сзади, он сзади. Тут камеры везде стоят, прям очень круто. Так, я вышел с вентиляции. Есть шкафчики, кстати, в этих шкафчиках можно реально прятаться, мы сейчас это сделаем. Пересидим, пока аниматроник пройдет. Тут у нас Фокси в кабинете, ядовитый. Да? Боишься да. его? Да. Я в шкафу сижу. Так, проходит мимо. Ох, он и стрёмный. Классно, что шкафчики добавили. Шкафчики добавили реально в тему. Смотрите, и уходит сразу. Так, по музыке можно определить, что он ушел. Выходим. Так, а что эти окна? Это просто можно позаглядывать, да? Ты что идёт? Отлично, моего охранника убили. Тут еще, если ты в пиццерии потерялся, тут есть шкафчики, в которых можешь спрятаться от них. Да, это классно сделано. А шкафчиками вообще делали офигеть. Опа, стоп. Закрываем. И влезем в вентиляцию сразу. Я слышу, слышу, за мной идет. Так. Вроде за мной никто не идет. Или идет? Не идет. О. О, ну, я в офис прилез. Прощай, прощай. Не убежал сразу. Так. Какая карма. Блин, прощай. Как он меня не убил? Он меня не убил, он меня... А что, не увидел, быстрее что ли, пролезай, меня? Быстрее. Я лезу, быстрее.
Так, сейчас дверь откроется. Прощай, тебе пора на тот свет. Быстрее. Давай, давай, садись. Закрывай, закрывай, закрывай двери. Есть. Есть, есть, есть. Ого. Это как случилось? Дверь ударила, я умер. Так, сейчас дверь зарядится, мы сможем ее закрывать. Где аниматроники? Нету здесь. Ну, здесь открывается дверь? Нет, здесь дверь не открывается. Я вижу, там кто-то идет. Так, Чика идет, я успею. Пока она дойдет, дверь закроем перед самым ее носом. И еще один, сразу два идут. Они быстро бегать умеют, так что они быстро бегают. Нет, они не могут быстро бегать. Это медленные старые аниматроники. У Чики вообще он рук нету, видишь, поломанная? Ну. Так, побежал. Если что, сейчас она будет вентиляцию закрывать. Опа, я слышу кого-то. Так, идет. Надеюсь, за это время дверь зарядится. Так, приближается. Дверь! Есть! Дверь успела зарядиться. Интересно, сколько где-то секунд 10 дается на зарядку этой двери? Обиделся, ушел. Они просто патрулируют эту пиццерию. Хотят нас замочить, но у них ничего не получится. Вошеньки. Отлично. Знаете, мне нравится в этой пиццерии, что, знаете, электричество везде. Все такое разрушенное, поломанное. Дверь села! Может, она успеет зарядиться, пока он... Да, наверное, успеет дверь зарядиться, пока он дойдет. Он очень медленный. Только что-то аниматроников. Их очень много здесь. Есть! Дверь зарядилась. Кто сейчас дверь поцелует и уйдет. Так, я его слышу. Я его даже видел тут немножко. Блин, такие шаги крутые у этих аниматроников. Прям вообще классно сделано. Пошел. Фокси идет. Сейчас дверь сядет, пока Фокси дойдет. А может, и успеет она сесть. Зарядиться. Так, надеюсь, я его смогу закрыть. Так, сейчас он еще не доходит. Ай, дверь! Он не убивает нас? А, это добрый. Это добрый Фокси. Или злой? Не, вроде добрый. Да, это добрый Фокси. А вот идет злой Фокси. Это Фредди был. Фокси, два Фокси. Немножко его подглючивает. По звуку слышно, что глючит его немножко. А двери открывать не могу? А это добрый Фокси. Так, еще один идет. Наверное, я свалю лучше, потому что сейчас дверь сядет. Все, ушел. Блин! Ну как ты стоя заходишь в вентиляцию? Слышишь? Ой. Слышите, кто-то сзади ходит? А он сзади меня уже стоит. Красавчик, молодец. Так, пацаны, слушаем. Опа, идет. Но они медленные. Я успею дверь закрыть. Сейчас только он зайдет за угол, и сразу закрою дверь. Так, есть, смотрите. Опа, и не смог. Так, здесь пока откроем двери. Все, ушел. Блин, смотрите, как будто у него глаза в темноте светятся. Прям вообще респект. Так, вижу, Фредди стоит. Так, на всякий случай сейчас дверь сядет. Блин, столько шумов от них исходит, это просто жесть. Опа, добрый пошел. Так прикольно понаблюдать за аниматрониками, вообще классно. Мамочка моя! Зашел. Но это добрый, видите? Он не убивает нас. Это прогулочный такой. Вот идет злой. И я успел закрыть двери. Озвучка классная вообще. Ого, там кто-то упал. Так. Пойдем сюда. Сейчас дверь просто сядет. Спасибо, что закрыл меня.
Красавчик. Пройдемся по вентиляции еще. О, давайте сделаем сюрприз аниматроникам. Я давно это не использовал, сейчас мы их накажем. Так хотелось давно это сделать, так что, ребята, кто писал в комментариях, что я взял это оружие, я вас увидел. Так, ну где эти подлецы? На! Поиск и уничтожение аниматроников. Слышу. О, а если мы так делаем, будет поджигаться карта? Ой-ой-ой, чуть своего не убил. О, жизни не тратится, а чё? Это тебе за моего. Если сейчас мы в течение минуты не проигрываем, значит, мы выиграли. А если мы проиграем, то аниматроники выиграли. Давайте админский пистолет запрячем. Молодец. Закрыл двери и запрятаться не могу, хотя есть, можно вентиляцию быстренько. Так, стоит. Ушел. Марионетка. Надеюсь, она меня не убьет. Блин, очень страшно, когда марионетку вижу. Все, он меня не сможет убить. Да, хоть бы мы в эту минуту не умерли. Но уже где-то полминуты прошло. Эта вентиляция здесь долгая, очень долгая вентиляция. Так. Вошел кружок. Слышу, бежит кто-то. Попрячемся. Ой. Так, слышу, кто-то ходит там. Блин, ладно, вы выиграли. Ну, обманул меня, представляете, сидел в вентиляции и убил меня. Ну, выиграли, все. Аниматроники сегодня победители. Ну, блин, классно обманул. Реально, ну, что не сидеть в шкафу? Сидел в шкафу, не думаю, выйду, посмотрю, как там. Погода. Ну, погода не очень. Аниматроникопад. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. Вот так надо бомбы взрывать. Так, ушел. Давайте тут подсветим. Никого нету. Открываем. Ну две, ну нет. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Радекс, Дарк Драгон, Зебра, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! Вечер добрый, ребята, кому как. Сегодня мы решили записать крутецкую рубрику «Аниматроники пугают охранника». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Тихо! Ну да. Я успел. Блин, они так быстро нападают уже! С левой стороны идет. Да я вижу. Так, я посмотрю, с моей стороны никого нету. А, стоит. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день, которые нравятся всем зрителям. И зрителя можно превратиться в подписчика. И еще хочу сказать, если вы хотите с нами записывать крутые ролики, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Так, на они уходят? Нет, смотри, уже другой пришел. А сколько их тут? Что, со всех частей будут ходить? Так, чекаем. Там нет. Нету, да? Такого. Все, открывай. А, нет, не открывай. Там он стоит. Так, никого пока нет. Никого, да, спокойно. Ребята, это очень спокойная ночь. Нет. Я вижу, Чика идет. Так. Медленно, да, идет? Медленно. Но я шаги не слышу никакие. Марионетка, иди в жопу, пожалуйста. О, бежит кто-то. Слышишь, да?
Ребята, слышите эти шаги? Вот, можете на перевате написать в комментариях, какой аниматроник так бегает. И кто напишет первый, попадет в ролик. Смотри, какая красивая. Да, стоит. А, там вот кто ходит. Я понял, как будто на палках каких-то деревянных ходит. Тук-тук. Прикольно, мне нравится. Так, четко. Нет, слышу звук, не открываем. Вот он. А тут можно открыть. Да, вроде бы. Отлично. Пройди, смеется. А, пришла уже другая. Вообще жесткая. Представьте, ребята, это будет тот ролик, где мы ни разу не умрем. Вообще будет круто. Вроде бы никого нет еще. Идет, идет, идет. Но я успею закрыть. А, это добрый Фредди, он не убивает. Он не может нас убить. Ой. А! Блин. Понял. Ну, это не тот ролик, где мы не можем ни разу не умереть. Хорошо. Жестко, жестко он меня испугал. Я реально дернул, чуть со стула не упал. Нафига так пугать? Ну ты стрёмная. Ого! Чё у неё с головой? Она маску сняла? Ребята, вы сейчас можете увидеть, как выглядит марионетка без маски. Так, я уже думал, тут дверь открыта. Стоит? Да ушла, можно открывать. А, боже мой, я дверь же закрыл. Ой, ой, ой. А как он попал? Есть же аниматроники, которые быстро ходят, а есть медленно ходят. Слышал? Да, с левой стороны идет. Кричит на нас. Так, давайте на камеру, знаете, что сделаем? Включим, чтобы мы вот с этой стороны смотрели. Так, это наш этот. Вот, получается, мы сейчас видим левую дверь. И вот так пусть и будет, чтобы с одной стороны мы точно видели. Так, я открываю, потому что камера включена. О, они еще разговаривают с нами. Он хочет к нам, ребята, попасть, но у него не получится, потому что мы очень опытные. Ты успел закрыть? Два пришло, один рабочий, один поломанный. Представляете? Вообще класс. Чё там? Батарейка села. Я же говорю, что надо нормальные батарейки покупать, литионные. Он солевые купил. Потому что он поломанный, видите? Он поломанный, из-за этого у него батарейки совсем печально. Ушел, обиделся, обиделся. Или пошел батарейки менять. Нет, нас так не возьмешь. Это нормальные батарейки. Открываем. Дима, посмотри. Успел. Успел, успел, успел. А чё я на камере там был и вышел? А, я понял, камера с задержкой небольшой. А! Я успел! Я же закрыл дверь! Я закрыл! Блин, он ногу подставил там или чё? А как ты не закрыл дверь? Я буду убегать! Я буду убегать! Я сразу! Ну хорошо, хорошо, молодцы! Аниматроники сегодня у нас. Ты что, не гатят? Нереальные психи! Я вроде бы Их тут очень много, аниматроников. Так, пришел, пришел. Блин, я боюсь двери открывать теперь. Они нас гасят. Чё, как ты лицо сломал, Бонни, скажи? Никого нету, да? Есть! Есть, есть, есть! Я дверь! Ну не успел закрыть, ну не успел! Не успел! Я убегаю, я убегаю! Я буду убегать, ребята! Я буду убегать по пицце. Фокси меня ждал! Хорошо! Ай, блин, я так... Я их боюсь, сколько уже мы играем, я их боюсь поставил. Чё они такие страшные? Ребята, и сразу ставьте лайк, если вы не поставите лайк, то к вам придет аниматроник ночью. Так, пришел еще один. Фокси, иди в жопу, я тебя видел. Что с ним? Вы видите, как его глючит? Это, знаете, Фокси акробат. Что ты ему колбасит его? Я закрыл дверь. Ну видишь... Аниматроники сегодня очень жесткие. И хотят щадить нас. Блин, а какая-то это ночь, Dark Dragon. Как ты думаешь, какая-то ночь? Как я понял. Только как-то агрессивная седьмая ночь. Очень-очень агрессивная ночь. А, Фокси лежит там. Так, с левой стороны чекаю, никого нету. Там лежит из чего, смотри. О, валял, валяется. А, хорошо, я дверь не открыл. Да, я думал тоже открыть тут дверь, ну. А он там невидимый стоит. Отлично. Его нету, все, я выглядываю. Пошел вон, Фокси темный. А ты же фантом, ты же ничего не сделаешь. Я успел, я успел. Ох, когда вот так на соплях закрываешь, очень страшно, очень. Ну не обижайся, марионетка, в следующий раз получится зайти к нам в офис. Знаете, что большой плюс? Этой ночью у нас энергия не садится. Мы можем закрывать двери как угодно. Так, я тоже здесь открываю. Чекай. Моя левая дверь, твоя правая.
Люстра пробежал мелкий. А, бежит, бежит! Чё в двери сидишь? Так, никого. Там сидит, там, да, кто-то? Он уже ушел. Ушел, понял. Сейчас буду тоже проверять прям хорошо. А, там черепиздрик зашел к нам! Я его не увидел! Блин, аниматроник меня обманул! По принципу не должно быть, он должен стать. Подобки быть. Блин, они нас очень сильно обманывают и пугают еще вдобавок. Так, поменялись дверями, теперь я с правой стороны буду смотреть. О, вон. Они быстро тебе бегают, аккуратнее. Блин, побаиваюсь. О, стоит, стоит, идет. Такая новенькая вся, не поломанная, ничего. А я иду, иду, шагаю по пиццерии. Сейчас только дойдет, я закрою дверь. Так, отлично. А, это добрая. Она просто смотрит, что мы тут делаем. Да, пошел вон, говорить. Пошел вон, а? Да, это добрая. Ага. Они уже злая? Ого, они бегают! Нифига себе скорость! А ты говоришь, а это с левой стороны, да? Да-да-да-да. Внимательно слушай. Они же очень громкие звуки издают. Блин, на улице, как всегда, гром и дождь. Во всех ФНАФах по канону вот так вот сделали. Но это очень классно. Знаете, так он даже добавляет страх. Особенно, когда ты слушаешь внимательно. Я успел! Ты откуда появился? Ух, вот это он бежит! Скорость нереальная! Пошел вон. А-а-а, я успел! Я же закрыл дверь! Я закрыл дверь! Да ну как? Надо раньше, что ли, успевать закрывать? Прям прыгнул в воздухе на меня. Вот это скример был стрёмный. Ого, а кто это? Это какой-то новый аниматроник? Не знаю. Так, внимательно чекаем. Плохо, что нет кнопки дистанционно нажимать. А то надо прям на дверь нацеливаться, на кнопочку. Ага. Беги, Димка, беги! Беги! А как? А, дверь открыли, понял. Я хотел посрать. Не дал мне посрать. Ну ладно, ладно. Да. Хорошо, не успел на туалет сесть. Была вообще прикольная смерть. Ну, не так, так красиво умер бы. Так, да. Смотрите. А, пошел вон отсюда. Кто там? Кто там? Пошел, пошел вон, челепиздрик мелкий. Плюштрап был. Плюштрап был, понял. Он очень быстрый, очень. Так, ты на разведку пошел? Я буду, да, здесь стоять, смотреть. Хорошо, давай, будешь мне говорить, где что-то. Опа, пришел! Фокси, блин, зря тут, наверное, отошел. Стоит, да. Стоит. Далеко стоит, очень далеко. Идет, а, идет, идет. Побегаю по пиццерии немного. Охранник сзади бегает. Вот это он громкие звуки издает. О. Так, а, это... Я тебя вижу, ты взял камуфляж, ты в камуфляже бегаешь. А, я успею закрыть, он медленно очень идет, смотрите. Еле-еле. А звук такой, как будто, я не знаю, он килограмм 100 весит, или тонну, наверное, даже. Ты че такой громкий, мужик? Так, ушел, 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 давайте тут по центру, никого нету. Открываем. Сработай! Ну дверь! Ну нет! Обманул я опять! Ну ты зараза такой, а? Ай, блин, я так сегодня жестко буду... Мне это будет сниться. Валяется аниматроник дохлый. Смотри, возле наших дверей. Я тебя вижу, мужик. Или это задержка в камере? А, не, ушел. Не надо. Отлично, отлично. Обманули. Так, смотрим, с моей стороны никого не... А, никого не... А, нет, есть уже. Оп, добрый пришел, он нас не убьет, можно открывать двери. Это добрый аниматроник. Но я тебя не пущу, даже если ты добрый, я тебя не пущу. Улыбается, разговаривает даже. Вы харе, брать плюштрап. Никого нету? Плюштрап. А, плюштрап очень хитрый. Не-не-не, я даже не буду долго говорить. Ушел, ушел. А камеры как-то покажут с задержкой. Это очень стрёмно. Она может показать, что никого нету, а там кто-то будет. Я вот стою, стою слева, смотрю. Никого открываем, нет. Никого нету.
Идет. Идет, идет, идет. Закрывай, он быстрый. Он быстрый. Блядь, а не, он медленный, он медленный. Уже руки вверх поднял, у него разные анимации. Прям вообще классный. Опа, добрый стал. Ушел. А по камере смотрим. Камера до сих пор показывает, что он стоит. Прикольно. Так, смотрим. О, никого, можно открывать двери. А, марионетка! Да блин, она такая... Ребята, ну как можно закрыть двери от марионетки, если она такая быстрая? Ну вообще нереально. Не забывай, что задержка у двери есть. Ну да. Ага, Стэл пришел. Так, я запрятался. В хорошем месте, они меня не найдут. Давайте походим по пиццерии, посмотрим. Марионетка сидит здесь. Я что-то дверь передумал открывать. Давайте попробуем повыживать, вот так вот побегать. Сможет убить или нет? Ай, ну блин, да как? Нет. Если марионетка, я никак не могу выжить, это невозможно. Очень сложно. Очень. Ай, но я живу. Дверь. Я живу. А ты невидимка у меня. Нет. А нет, а моя... Аниматроник пальцы просовывает через стену. Слышите, как он говорит? У него звук, знаете, такой рычащий, очень стрёмный. Чё, как-то сопли тягает, чё-то заболел. Да он там стоит у двери. Так. Я вижу его. Вот, я его, он уходит. Да. Уходит, убежал. Убежал. Так, тут смотрим. Ага, здесь марионетка стоит, я дверь открывать не буду. Не-не-не, ни за какие ковришки. Лепиздрик бежит. Лепиздрик бежит? Да, за дверь закрыта, дверь закрыта. Сидит. А мы сейчас камеры поклацаем. А он сидит там. Так, давайте вот эту камеру нажмем. Чё крутишься? Ушел с этой стороны, никого. Не, я буду с левой стороны смотреть, кто бежит. На тебе, попей. На. Попил, на. Никого нет. А никого нету здесь. Никого нету. Блин, это плохо. Нам сегодня, ребята, дали гранат. О, я знаю, что я сейчас сделаю. Я знаю. Так, ребята, сейчас я буду использовать очень крутое оружие для того, чтобы было интересно. Так, закрывай. А, еще будет, Дима, еще будет это, экзоскелет бежать. О, я его вижу. Прикольно. Я забыл, ребята, что у нас есть порталы. Ага. Не-не-не-не-не, он хотел в портал забежать. Я не допущу этого. Сейчас мы поставим здесь портал. И поставим в конце пиццерии. Так, никого бежит. Нет. Ну, с этой стороны его слышу, да, он бегает? Да, где-то с левой стороны бегает сейчас. Прям в угол где-то. А мы сейчас этот нажмем себе с этой стороны камеру, я буду смотреть. О, ушел вроде. А! Зараза! Блин, оставил под ногами. Ну че под ноги не смотрю? Да ну уж, блин, в одно место. А я же. Опа, прибежал. Бэр Драгон, ты вообще молодец. А где ты находишься? А посмотри на левую комнату. Вижу. Ай, в говно забежал! Забежал! Ай, блин! Пошел в жопу. Это какой-то ролик страдания. А ты что здесь сидишь? Посмотри, Дима. Эй, брысь отсюда, щенок. И ты тоже пошел отсюда. Давай, уходи отсюда. Так, Дар Драгон, мы сейчас знаешь, что сделаем? Я так поставлю здесь портал. И сейчас поставлю в другой части пиццерии. И мы сможем попасть. О, да опять, ты смотри! Он мне не дает ничего сделать. И убежал. О, щенок малой. Вот обманщик. Иди, ты живой? Да. Идите в жопу. Так. Закрывай. Смотри, мы можем теперь чекать. Я не дам, все живы. Опа. Блин, я люблю порталы, это очень круто. Ой, а как ты прошел? Нет. И удалил. Я его закрыл в пиццерии. В офисе нашем. Челепиздр здесь бегает. Так.
Ну все, иди в жопу. Ой, я его вижу. А он не достанет. Ой. Да блин, так запрыгнул ко мне в портал. Представляете, какой хитрый. Ах ты негодяй. Все, я дверь не буду открывать, я боюсь их. У нас стол украли. Где вы стол украли, воровки? Я Фредди пришел, забрал и ушел. Я даже не знаю, что аниматроники мебель забирают. Че, еще монитор заберите у нас, все позабирайте. Я здесь даже посижу, попрячусь от них. Так, камера. Че камеры не работают? Они что, камеры у нас украли? Да, походу. Камеры не работают. А, ушел отсюда. Украли камеры! Из-за того, что стол украли, провода, что ли, испортились. Ой, я знаю, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас поставим здесь портал. Надо как-то мне открыть дверь и успеть поставить в другой части портал. Все, закрывай. Закрывай. Мы теперь сможем их чекать, смотри. Опа, я удалил. Хотела залезть. Блин, надо как-то так сделать, чтобы она не могла пройти. Можно так сделать, чтобы здесь вот была какая-то... Подожди, сейчас мы так сделаем. Ой. Косой Дима. Не, я хочу, чтобы мешало. Не получится. Во, смотри. Так, ага. Теперь они будут застревать. Так, теперь надо как-то мне попробовать поставить портал. Давай я, короче, зайду, поставлю, а ты сразу удалишь. Все, закрывай. Все, смотрим. Видишь, пройти нельзя. Он не сможет пройти, смотри. Все, застрял, что ли? Все, ребята, это хитрый ход. Вот аниматроник еще один. Через портал не могут убить никак. Пошел, обиделся. Ну не обижайся. Так, давай я попробую пройти. Ой, а назад? Нет, я застрял. Блин. Попался на свою же ловушку. Ну негодяй. Я знаю, что мы сейчас сделаем. Я сейчас поставлю портал, и мы им туда бомбу засунем. Это будет прикол. Так надо, чтобы я подловил. Стоит аниматроник, ну зачем ты открыл? Так, закрываем дверь, закрываем. Такой звук издал, как перед смертью. Так, ставим здесь портал. Мы сейчас им бомбу засунем, ребята. Очень мощную бомбу. И уничтожим. Надеюсь, мы останемся живы. Так, никого нету? Стоит. А ну здесь. Так, здесь никого нет. Давай камеру включу. Может, я все-таки смогу камеру? Блин, ну все, не удалили камеры наши. Стоит, я видел, что он тут стоит. Так, вроде справа никого нет. Да ты жопа малолетняя! Ну блин, да хватит! Уничтожать нас! Чего раз? Я все-таки я попробую. Убежал. Ну все, я живу. Я буду туда. Отлично! Я сейчас буду бомбу им засовывать. Так, ребята, мы должны уничтожить их. Мы небольшую бомбу им засунем. Вот такую вот. Ой, это большая. Это гигантская. Во! Активируем ее. Давай. Ну что? Скидыч. Я ее засунул! Ой, только я умер. Блин! Они живы еще, забыл? А, вы живые еще? Ой, я умер, как испугать. Давно мы не знали, какую бомбу не использовали? Ой-ой. Это жесть. Я сейчас попробую отлететь, показать вам масштаб этой бомбы. Она просто сжигает все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А че они живые? А у них хп же забыл много. Сейчас, подожди, стой. Хп много. Сейчас мы исправим это дело. Стоп. Эй, бомба. Я уже две бомбы поставил. Взрывай. Ой. Дима, ой. Есть, вы их взорвали. Пацаны, хочу сказать, что аниматроники сегодня победили, потому что, учитывая, сколько раз мы проигрывали, аниматроники победители. Не смогли мы их никак обмануть, они очень круто играли. Если вам понравилась эта серия, не выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Поджигай. О, это была баночка. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, Гарри Смот, сейчас дым с видеокарты пойдем. Ребята, никогда такого не делайте.